Вчера мэр проводил пресс-конференцию, на которой сделал довольно-таки много громких заявлений. Глава фракции Игорь Дятлов вчера тоже, от него был ответ. Хотелось бы узнать ваше мнение относительно высказываний мэра в вашу сторону, о том, что вы руководите предприятием, о том, что именно представители оппозиционного блока в Ингульском районе завалили работу главы администрации, ну и в целом по вчерашней пресс-конференции. Знаете, у меня есть дочь, ей 10 лет, и когда она уронила свой телефон, разбила, то тут же сказала, что это сделал дедушка. Вот это мой комментарий по поводу высказываний мэра. Когда что-то плохо, то это кто-то, а когда хорошо, то это мэр. Как можно по-другому это прокомментировать? У меня есть должность, которую я занимаю. Это заместитель директора по развитию предприятия. Я выполняю свои обязанности, которые мне положено выполнять по должностной инструкции. На предприятии есть руководитель, который подписывает документы, который принимает решения. Как я могу руководить предприятием, если на предприятии есть директор? Да, это странно, мне кажется, звучит. Что касается работы администрации, если мне кто-то может показать, где люди не совершают ошибки или где все хорошо, я с удовольствием пожму этому человеку руку и скажу, что он большой молодец. Потому что я, например, не знаю ни одного района в нашем городе или там в ближайших городах, где вообще все прекрасно и там нет каких-то проблем. Проблемы есть всегда, они будут, но если мы будем с ними стараться решать их, то будет все хорошо. Если мы будем тыкать пальцем на кого-то другого, будет все плохо, будем вот играться в эти игры просто до бесконечности. Я просто человек, который привык работать, а не там заниматься рассказами о чем-либо. Вчера Игорь Сергеевич также сказал, что фракция оппозиционного блока будет блокировать некоторые проекты и инициативы исполнительной власти. Вы поддержите инициативу своего руководителя? Игорь Сергеевич сказал, что мы будем блокировать те инициативы, которые направлены на разграбление города, на махинации, на схемы, на деструктивную работу. Безусловно, я буду поддерживать, потому что... как может быть иначе? Вот если мы будем говорить конкретно о конкурсе, да, то это однозначно, и я уже на сегодняшний день имею достаточно материалов, чтобы понимать, что это четко спланированная акция. И, безусловно, я буду всеми силами стоять на том, чтобы этого не случилось. Как и в любых других подобных инициативах. Если это конструктивная работа, если это полезно для нас, для жителей, для всех, кто в нашем городе находится, то, конечно, мы это блокировать не будем. Тут все просто. Мы всегда говорили о том, что мы конструктивная оппозиция. То есть это не значит, что мы стали в глухую защиту и не даем ничему происходить в городе. Это не так. Конструктивно, если мы работаем, пожалуйста, мы работаем. Если же мы работаем на деструктив, мы в такой схеме участвовать не будем. Вчера мэр также заявил, что оппозиционный блок на сегодняшний день фактически большинство депутатов занимает должности в коммунальных предприятиях, и фактически сейчас власть является оппозицией, но не оппозиционный блок, а оппозицией к власти. Как бы вы могли прокомментировать эти заявления мэра? И, наверное, надо спросить у мэра, кто туда этих людей назначал. Я думаю, достаточно этого вопроса будет. Спасибо.